Это «День города», в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Люди в синем. В Рязани стартовал массовый покос уличной травы. Дайте денег. МВД России заявило о задержании администраторов некоторых телеграм-каналов. В списке два рязанских. Железный конь в законе. Автоинспекторы разъяснили, как нужно вести себя на дороге, если ты на мотоцикле, скутере или велосипеде. Мобильные группы дирекции благоустройства во всех районах Рязани одновременно приступили к скашиванию травы. Работают как вручную, так и механизированно. Возможен даже выезд по заявкам. На Рыбацкой улице снова жужжат триммеры. Работает бригада ДБГ в Советском районе. Задача за день зачистить всю высокую траву. О том, что такие мобильные группы уже появились на улицах города, уже было заявлено на совещании в мэрии пару дней назад. Вопрос этот Елена Сорокина называла одним из главных. Никогда, наверное, не сойдет тема уборки города с повестки дня. Но теперь еще новая появилась – окос травы. Когда выйдут подрядчики? Александр Петрович. Борисовна, подрядчики выходят сегодня, уже часть, скорее всего, в ночь выйдут. То есть основная масса будет то есть, дневной окос. Они должны окосить и убрать, да? Окошенную траву. Покос травы уже провели на улицах Новоселов, Мервинское, Московском шоссе и на Кремлевском валу. Механизированно выкашивали газоны в лесопарке. Работает 4 бригады в каждом районе города. В среднем одна бригада выкашивает в районе 1,5 гектара за рабочую смену. Работы ведутся как и триммером, так и механическим путем с помощью спецтехники «Беларусь МТЗ». Он выполняет где-то 2-3 гектара. Алгоритм скашивания травы по городу вполне понятен, но мобильные группы с триммерами могут теперь появиться и в вашем районе. Внепланово. Надо будет только оставить заявку в ДБГ. Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в вымогательстве под угрозой размещения в мессенджерах недостоверных компрометирующих материалов. Речь идет о сетке анонимных телеграм-каналов. В опубликованном списке есть и рязанские «Греководник» и «ОКАКИ». По данным правоохранителей, учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании. Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и токсичные наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей. За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали диджитал-директора пиар-агентства, а также заместителя начальника отдела Федерального государственного унитарного предприятия. Следом нашими сотрудниками был задержан и профессиональный журналист, который писал тексты. Следователем Следственного управления УМВД России по городскому округу Красногорск Московской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъят так называемый холодный криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается. Одно из похожих в чем-то дел рязанские правоохранители уже направили в суд. Экс-работника одного из предприятий города обвиняют в коммерческом подкупе в крупном и особо крупном размере, сопряженном с вымогательством, а также в групповом мошенничестве с использованием своего служебного положения. О чем речь, расскажем далее. На оперативном видео экс-начальник отдела материально-технического обеспечения одного из предприятий. С 2009 по 2021 он составлял договоры на поставку товара. Следствие считает, что через посредника мужчина получил 16 миллионов рублей от руководителей саратовской и рязанской фирм. Поставщикам он угрожал, что заменит действующие контракты и начнет искать новых деловых партнеров. Плюс ко всему, вместе с посредником составил фиктивные документы на поставку продукции и тем самым, по версии следствия, похитил около миллиона рублей. По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, допрошено значительное количество свидетелей. Проанализирован большой объем финансово-хозяйственной документации, связанной с деятельностью предприятия. Проведены судебные экспертизы.
Несмотря на непризнательную позицию обвиняемого, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Дело подготовлено для направления в суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следователя в целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями, на имущество и денежные средства обвиняемого и его сообщника наложен арест на сумму более 8 миллионов рублей. Сотрудники госавтоинспекции провели очередную акцию под названием «На новом мотоцикле в безопасный путь». В местах продажи мототранспорта раздают листовки и памятки, чтобы призвать покупателей быть внимательными при управлении своим железным конем. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас проходит профилактическое мероприятие по мототехнике и как обезопасить себя, как правильно выбрать ее и какую ответственность вы берете на себя, покупая ее. И вот мы хотели бы вручить вам вот такую вот памяточку. В этой небольшой памятке все основные рекомендации для родителей. Например, советы по подбору защитной амуниции для ребенка. Это если транспорт покупают непосредственно ему. А вот если взрослый выбирает для себя, то рекомендации дают сами продавцы. Минимальная экипировка для мотоциклиста, конечно, влетит в копеечку. Если это мотоцикл, то нужно рассчитывать на шлем где-то ценой 8 тысяч, перчатки где-то 1500 рублей, защита спины, ног. Охотники, так называемые черепашки, где-то от 10 тысяч рублей, и мотоботы от 15 тысяч рублей. Водителям скутеров советы тоже дают. Экипировку подбирают под бюджет. Например, на нем сильно не разгонишься, поэтому профессиональный мотоциклетный шлем покупать явно не стоит. Впрочем, опытные водители уже весь необходимый перечень знают. А вот правила дорожного движения сотрудники госавтоинспекции советуют все же повторить. В целях предупреждения аварийных ситуаций на дороге сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям мототранспорта несколько простых правил. Всегда используйте защитную амуницию. Строго соблюдайте скоростные ограничения. Соблюдайте требования по регистрации транспорта. Своевременно проводите обслуживание своего мототранспортного средства. При движении всегда должен быть включен ближний свет фар, вне зависимости от времени суток. Запрещается управлять мототранспортом в состоянии опьянения. Сел за руль без водительского удостоверения, штраф от 5 до 15 тысяч. Железного коня придется вызволять со штрафстоянки. Пьяному за рулем санкции такие же, как и к водителю авто. 30 тысяч штрафа и лишение прав. Нередко ДТП с участием мототранспорта происходит вследствие нарушений со стороны их водителей. Среди таких нарушений – несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и другие. Это особенно опасно тем, что водители и пассажиры мототехники в случае ДТП рискуют получить серьезные травмы, даже двигаясь на небольшой скорости. Риск возрастает еще больше, если мотоциклисты не используют средства пассивной безопасности. С начала месяца текущего года уже произошло 20 ДТП с участием мототранспорта. 2 человека погибли, 21 получил травмы. Опытные мотоциклисты знают, что у этого транспорта есть свои особенности и тонкости, с которыми нужно заранее ознакомиться. И только так, говорят они, можно будет не допустить стандартных ошибок. За январь-март этого года жители Рязанской области получили больше 2500 ипотечных кредитов. Это почти на 12% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Банк России. При этом общая сумма выданных заемных средств на покупку квартиры осталась примерно той же, около 8,5 миллиарда рублей. Средний размер кредита в регионе увеличился до 3 300 000 рублей. На 1 апреля рязанцы оформляли ипотеку в среднем на 24 года 9 месяцев. Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в течение года снижалась. В марте этого года она составляла 8% против 8,7% в марте прошлого года. Всего же за первые 3 месяца этого года рязанцы получили кредитов на 32 с лишним миллиарда рублей. Почти 2/3 суммы, 23,8 миллиарда, составили потребительские кредиты. Рязанские заемщики достаточно ответственно относятся к обслуживанию своих долговых обязательств. И в то же время необходимо помнить, что в любой там сложной жизненной ситуации у заемщика есть возможность взять паузу для обслуживания долга. Так называемые кредитные каникулы заемщик может получить, если его доход снизился более чем на 30%.
Кроме того, в настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, в соответствии с которым кредитные каникулы могут предоставлены быть заемщику на постоянной основе. По жилищным кредитам могут быть предоставлены ипотечные каникулы. Сегодня Международный день музеев. Отличительная особенность этого праздника – ежегодный фестиваль «Ночь музеев» для культурных учреждений по всей стране. В этот день вход на экспозиции и выставки становится бесплатным. День музеев в мире празднуют с 1977 года. Это мероприятие стало любимым в разных точках планеты. Подготовку к нему музеи начинают заранее, не исключение и Рязань. В эти дни традиционно все музеи России открыты для своих посетителей. Это такой своеобразный день открытых дверей. Музеи можно посетить бесплатно. Мы в течение 20 лет регион принимает участие в этой акции. И в каждом музее организовывается в этот день отдельная, насыщенная, очень интересная программа. Вот региональная афиша включает более 100 мероприятий, которые пройдут только в Международный день музеев 18 мая. Можно будет познакомиться и с постоянными экспозициями, и с работающими выставками, но кроме того, пройдут еще интересные лекции, тематические встречи, концерты, мастер-классы, офлайн-показы уникальных фильмов, проекты, можно пройти будет квесты, посетить автобусные экскурсии и многое-многое другое. В этом году в преддверии Дня музеев стартует межмузейный проект «Про музей». Единая творческая программа путешествия по музеям края, презентации и конкурсы. Проект направлен на популяризацию музеев региона и презентацию их потенциала для студентов и преподавателей 7 вузов региона. В этом году «Про музей» – это проект о том, как интересно, познавательно и необычно можно провести время в музее. О том, что сегодня музей – это точка притяжения для молодежи, где в интерактивной, живой, непосредственной форме можно знакомиться с историей, культурным наследием Рязанской земли и ее выдающимися людьми. Музей представит единую творческую программу путешествия по музеям родного края. Пройдет конкурс по музейному ориентированию «Рязанский край. Великие люди. Великие открытия», в которых проверят свои знания и эрудицию в составе команд преподаватели и студенты. В тесном сотрудничестве с вузами региона будут проходить все мероприятия проекта. Кроме того, предусмотрена работа тематической выставки и фотоплощадки. Еще один масштабный проект – «Лето в музее». Для тех, кто любит активное времяпровождение, впереди праздник 2 июля, летний день в Кремле, как всегда, первое воскресенье второго летнего месяца. Каждую субботу семейные выходные, это мастер-классы для всей семьи. Это день рязанского народного костюма в рамках форума древних городов. Это экскурсии на раскопах и еще много чего. Не могу не рассказать, как руководитель проектного офиса, музейного проектного офиса при Министерстве культуры, о том, что в день музеев нужно обязательно посетить и наши муниципальные музеи. Уже 16 мая стартует проект «Про музей». 18 мая – насыщенная программа в честь Дня музея в каждом музее региона. 20 мая – акция «Ночь в музее». Не пропустите! На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго!